Почтили память. В Первоуральске прошли соревнования по художественной гимнастике, посвященные Марии Сысоевой. Многообещающая спортсменка погибла в автокатастрофе в 2016 году. Участие в соревнованиях приняли 50 воспитанниц детско-юношеской спортивной школы в возрасте от 4 до 15 лет. На суд жюри гимнастки представили творческие программы. Соревнования, посвященные памяти Марии Сысоевой, проходят уже во второй раз. Традиционно в организации спортивного события помогает Первоуральск «Город чемпионов». Мария была не только подающей надежды спортсменкой, но и активисткой общественной организации. Принято решение проводить состязания ежегодно. Девочки все стараются на этих соревнованиях, так же как Маша, быть достойными этих соревнований, показывать хорошие результаты, стремиться к достижению высоких показателей.